Выступление президента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаева на заключительном заседании Государственной комиссии по чрезвычайному положению, на котором была дана оценка текущей ситуации с коронавирусом и определена стратегия дальнейших действий правительства и других государственных органов после снятия режима чрезвычайного положения, вызвало интерес у представителей различных сфер деятельности, в том числе и у общественников. В этот непростой для всей страны период преодолеть трудности помогла беспрецедентная и оперативная поддержка государства. Это налоговые каникулы, отсрочки по кредитам, пособия, продуктовые наборы и денежные выплаты. В своем выступлении глава государства отметил, что в этой нелегкой борьбе за здоровье, благополучие и жизни граждан есть определенные успехи, но тем не менее важно принимать меры предосторожности в повседневной жизни. Приоритетным моментом является усиление ответственности правительства и местных исполнительных органов власти за повышение самодостаточности казахстанской экономики. Более 1,6 миллиона граждан и 11,5 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса получили отсрочку по выплатам займов и кредитов на общую сумму более 360 миллиардов тенге. Из выступления президента на заседании Государственной комиссии по регулированию, по обеспечению чрезвычайного положения стало очевидным, что государственная поддержка будет продолжена. И в первую очередь это коснется поддержки бизнеса, цифровизации государственных услуг, взаимодействия бизнеса и государства, снижение ИПН по невысоким выплатам, конечно же, поддержка сельских аграриев, которых у нас в стране насчитывается 1 700 000 человек, и, конечно же, помощь в решении жилищных проблем, в обеспечении жильем в рамках новой жилищной программы 5-10-20, на которую уже запланировано более 390 миллиардов тенге, и предусмотрено строительство более 150 тысяч квартир и домов. И, на мой взгляд, очень важно сейчас каждому из нас понять, государство создает невероятные, удивительные условия для того, чтобы страна максимально за короткое время смогла оправиться от кризиса и заняла лучше, и сделала лучшие показатели экономические и социальные. И перед каждым из нас стоит простая, но очень важная задача – быть инициативным, предприимчивым, ответственным и своей отличной работой улучшать качество жизни не только своей, но и всех казахстанцев, делая нашу страну лучше и лучше. Без Баргемас.